Народные избранники обсудили сегодня перспективы развития транспортной инфраструктуры города, которую он должен приобрести к своему 300-летию. Из уже сделанного в отчете городской администрации перечислены реконструкция улиц Чеканова-Лиханова, Орджоникидзе, 21-я Амурская, Гагарина-Щербанева, строительство коллектора на Петра Осьминина, в ближайших планах преображение привокзальной площади коллектора в Амурском поселке, мемориал вечного огня на улице Лизы Чайкиной, строительство двух парковок для автотранспорта в центре города, спортивных и дворовых площадок. Ставка финансирования большинства проектов делается на привлечение инвесторов. Поинтересовались депутаты ходом работы в Омском метрополитене. Присутствующий на заседании начальник управления дорожного комплекса регионального Минтранса Дмитрий Христолюбов, несмотря на всеобщий пессимизм по данному вопросу, заявил о том, что метро все же строится. Оно будет представлять собой два перегона и три станции. Библиотека Пушкина, Кристалл, Заречная. Чиновники обещают, что в 2016 году ветка будет запущена. И заверяют, что проект нельзя закрыть, поскольку на него затрачены огромные деньги. Однако возникает большой вопрос, а насколько полезная для перегруженного транспортом города будет именно эта ветка метро. А вот участок на Богдана Хмельницкого уже не рассматривается в плане строительства. Он заморожен. Эту несостоявшуюся станцию метрополитена перепрофилируют. Пока точно неизвестно, под какой проект. Как вариант, на заседании прозвучала версия подземной парковки.